О, обменяю нашего, окей. Так, ну я не в курсе, короче, что там происходит. Если они гору держат, тогда наш подсвечивает с края. Если у горы нет, тогда наш, короче, залезает на нее и с кустов слезет. Или того, кто был в деревне, а на горе остался. А, понятно, понятно. Окей. Ну хорошо, с горы, в принципе, деревню видно, так что пролететь по ней незаметно они не смогут, я думаю. Поле тоже я смотрю. На всякий случай, знаете, спустите одного товарища, ну кому там удобнее, вот немного вниз, там это тоже в лес, просто чтобы если 54-ка там пролетает, ну это ранило мочил. Просто они все-таки могут там как-то вдоль края пролететь. Вот, вот так, короче, вы понимаете. Много тигр долбанимался, если это накрываешь по траектории. Кстати, раз никого на горе, давайте тогда мы, значит, затаскиваем туда, допустим, ну, давайте вот первые две семеры давайте поднимайтесь на гору. И арта потихоньку перегоняется к семерам, вот 261, поскольку они быстрее. Сейчас мы будем арту на гору затаскивать, и там их оттуда выговаривать, короче. Давайте пока один 261 на самом деле, потому что они могут тоже гору рашнуть, это будет немного печально. А в принципе крыть у них толковых нет. Дегол, сказано первые две семерки. Ну, три, там в принципе не так важно. Просто сейчас, если они рашнут по деревне, нам будет немного печально, если все семеро наши на горе окажутся. Мы их, конечно, семерами разнесем с горы, но они нашу арту глохнут. Один вопрос, у вас на карте сейчас день или ночь? Что-то я не услышал. В чем вопрос? Я говорю, на карте сейчас день или ночь, а то у меня сумерки. Ну, сейчас, ну, у меня день. Так... День на карте. А у меня ночь. Лол. Лол, что-то там... Сервак отваливается. О, пипец. Да-да-да. Сервер упал. Окей, печаль. Дайте на заход быстрее. Так-так-так, ну, окей, давайте тогда мы жестоко рашим, потому что сейчас у нас явно арты просто не хватит с ними дуэли устраивать. Окей, значит, я пытаюсь полететь на него маус, 261-й. Ну, короче, фигач, пока мы удобнее. Так, окей. Я отвелся от пророка. Так, окей, давайте, значит, блин, делаем так. Значит, первыми пролетают наши семеры, Т2ЛТ пролетает за ними, как завяжется бой. Летает к их мироте, пытается вот так вот. О, два их тяжа тут, так что... Ого, вот за свет их мироты, наша арта может ее мочить. Так, окей. Цель захвачена. Я вот недавно отваливался, перезагрузился, зашел в момент ночника. Был день, стало ночь. Не пробил. Оба застарались. Не пробил. Стоят. Броня не пробита. Танк уничтожен. Семеру. Окей, харта включена, фокусите. У них вот два тяжа под ангарами, вот это вот единственный их не тяж. Наш свет пролетает к картине, давай стрелять. Вот, наши как эту семеру отфокусите, сразу полетайте за ангары и мочите их на арту, пока она не ушла. Наша арта тоже это, ну там работает, пока мы сейчас свет засветят. Я убил одну. А, ты одного убил, отлично. Окей, так, тяжи, подходите и мочите этого, бля, ну ладно, нормально, зато он разрядился. Тяжи, подходите и мочите харту, пока не перезарядилась. 261 между залпами перекатывайся, твоя задача потом подойти вот сюда и выковыривать их за коровников. Еще одну умер. Да, я вижу. Кстати, это все... Семёрочки вместе, вместе есть. Пишу, если что, так что это все сохранится для истории твоего нагибаторства. Ник, действительно, пока вставай в укрытие, если что. Ну, в смысле, взять там амбар. Там их двое, там тридцатка и маус, они оба целые, так что дуэлить их тебе пока не надо. Если что, наша арта их выгонит. А где еще одна арта? Одна их арта, ну вот сюда ушла наверняка. Хули, можешь вдоль края пройти, вот так, чтобы тебя толку не видно не было. Вот вдоль края можешь потом прилететь. Если ты, главное, ты можешь даже и не глохнуть, если ты ее засветишь, это 61-я.
пусти вот 30-ку вот тут еще. Если это в бочинок возможно вернуть. Но в принципе башня у тебя рикошет, но башня, наверное, не пробьет, а босса я сейчас поставлю. Ну, 201, может, 30-ку будет, потому что просто пробивается больше. Так, семеры наши, давай это самое, не вылезаем 30-ку. Ну ладно, хотя бы уже прилететь вниз, там за ангас, чтобы и башню не закончить. Прикиньте, их Артан на захват поедет. Кстати, запуска можно, она быстро. Это настоящий как это сделано. Так, давайте. Забивайте тогда толпой тридцатку. У него корпус слабый, то 61 сейчас уберет. Да-да-да, походу Артан захват поедет. Ну ничего не захватит. Если что, мы опять. Ник, ты главное сейчас не сливайся. Что-то странно. Не-не, Ник, помоги семерку откусить. А арта их мне пока не особо угрожает, хотя он тебя может прокусить. Так, народ, толпой вот выкатываемся нашу 30-ку. Все втроем, мы должны его с этого золотой. Все это самое, Ник, мочи не взял. Басиком доберите, если не, что. Не, Ник, то есть 30-ка разряжен, давай быстрее, потом ты заведи вас мешками. Окей, ну давайте толпой Маусом молчим. Ник, да, тоже вставай на захват, чтобы мы сократились, гарантия. Так, народ все-таки не захватил. Ну, хотя, пофиг, в принципе. Сейчас Мауса постреляю. Окей, отлично. Ну да, все уже захватили, повезли. О, сука. Опа. Блин, я затупил жестко, просто реально. Не знаю, как Маус там вне поля моего лица. Вставай, захват, Семер. Кто вы, в принципе, можете стать, по-моему, один? Я просто на него выехал, короче, я его не видел, тупо вообще, не знаю. Получил, короче, конкретно. Да-да, но... Да-да, ее тут нигде нету, у меня просветленка стоит. Не, ну мало ли... Мне кажется, на болоте, на болоте. Не, ну мало ли... Болото трассы. Я там все проехал. А, ну на болоте. Не, надо лучше на захвате мы взять, что тут уже дуэль тебе печально, она может покажать. Не, есть просто на захвате, сколько? Ну, просто не хватит. Вон она, я в углу стоял. То есть первый разворачивайся. Этот, семерка, вон он, да. Смирно, двигайся лучше. Можешь на него идти, он сейчас на острове, он не убьет, все равно. А, вот нет, все, замечательно. Интересно, что это было действительно? Какой-нибудь удар электромагнитным импульсом по Москве? Я не понял, как он там проехал, мы же, я же там тоже и проезжал. Вот там оказался опять. Маскировка, значит, раскачанная. Там вот в углу стоишь, там часто арта прячется. А, в самом углу. Да, да. Там вообще не видно, если на 50 метров не подойти, не замечаешь. То есть он правильно сделал, хитро, и не стрелял, пока мы его могли видеть. А, он не стрелял, да, просто. Угу. Да, не, хорошо. Если выстрелил, его бы засветился, конечно. Окей, так, народ упал. И много у нас народу упало. О, было 21 тысяча, стало 10. Хера себе, 12. Надо на форум сходить, какие-то пишут.